Всем привет! Приехал за грибами, там где были с ребятишками. Вчера Шурик Сусанин у нас вызвал дождь всем краем, прямо перестарались они. Ливень такой, я писал ему в комментариях, говорю, перестарались. И говорят, сейчас грибы пойдут, надо гнать. Время я терять не стал, только-только у нас дождик кончился. Погнал в лес за грибами. Как-то вот так вот. Сейчас будем смотреть, правда, мокро. Ну что теперь? То должны быть грибы. Как у нас вызывают дождь по старинке, и очень эффективно. Где-то вон там вот, вот сверху будет ссылочка, подсказка ли. Ну и все. А я пока иду. Шурику привет. Вижу, в общем, первые грибы. Грибы первые, которые мне попались, маслята. Ах, прям маслята, маслянистые. Не обманул, Шурик, не обманул. Кто что знает, что за грибы такие, что за поганки. Ни разу такие не встречал у нас. Может, внимания не обращал. Вот такая штука. Вот они, в общем, грибочки. Вот они. Вон там вот тут грибочки есть. Собираем. Чик. Ой, хорошие грибочки. Вот так вот я охочусь в этом году. Ну все, все грибы мои. Пока все спрятались, дома сидят. Мы собираем грибы с ножичком. Вот они грибы. О, какой даже здоровый есть гриб. Даже причем целый. И вот гриб. Ну что, как обычно, у меня камера села в самый неподходящий момент. Корзиночку, в общем, я набрал. Сейчас схожу с пакетом. И вот тут наткнулся на грибы. Вот они. И вон там вот тут еще где-то сейчас видел. Есть, не знаю, добрые, недобрые. Вон там он есть. Сейчас будем смотреть. Тут два колодца. Раньше было. Воду пили, говорят. Вот такие дела.